Новый учебный год в Шумовской школе начался как обычно, но с одним отличием. В учебном заведении преобразился спортзал. Помещение обновилось до неузнаваемости. Заменили пол, покрасили стены, закупили новый инвентарь. Школьники восприняли ремонт с радостью. Заниматься футболом, баскетболом, гимнастикой и тяжелой атлетикой теперь можно с комфортом. Я занимаюсь в этом спортзале тяжелой атлетикой. И спортзал очень красивый, светлый, очень удобно заниматься. Думаю, что молодежь к этому потянется больше, так как спортзал починили. Теперь здесь удобно, комфортно заниматься. Кроме внешнего облика, обновили материально-техническую базу. Закупили новые мячи, баскетбольные щиты, волейбольные стойки с натяжным механизмом, гимнастические бревно и скамью. Благодаря новому оборудованию появилась возможность открыть новые секции. Конечно, у нас до этого были кружки в соответствии с материально-технической базой, да, то есть если было там 3 кружка по 15 детей, когда материально-техническая база у нас оснастилась более, то есть было закуплено оборудование, кружки у нас увеличились в количестве, то есть дети начали заниматься больше и баскетболом, и футболом, и волейболом. Секция по тяжелой атлетике работает с 2019 года. Начинали тренироваться ребята еще в старом зале. В этом году получили новое оборудование – блины, грифы, помост. Спортсмены часто выезжают на региональные соревнования и занимают призовые места. Выезжаем с детьми по всей Ульяновской области. Вот следующие будут... В солдатской Ташле первенство по тяжелой атлетике в Ульяновской области. Дети поедут, 10 человек поедут с деревни. Места занимаем от первого и по третий. Ремонт прошел по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. На обновление спортзала было выделено чуть более 2,5 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Бахтияр Салтанов, Управда ТВ.